А где он? Конечно. Surprise, motherfucker. Понятно. Хочешь пополнить свой инвентарь дорогими скинами, но не знаешь, где их найти? Конечно же, на Force Drop. Только у нас ты найдешь мощный дроп, скидки на кейсы, промокоды, а также авторские кейсы от топовых ютуберов. Force Drop. Бери от жизни лучшее. Друзья, вечер добрый, с вами Квантум, с вами Мехакер, с вами Медалист и Кратос, и добро пожаловать, это CSGO Медведь-маньяк. Всем привет, и мы едем в соседнее село на дискотеку. Вылезайте оттуда, детишки. Мы начинаем, серия получилась веселая, угарная, погнали. Вон он, медведь! Педобир! Нет, а я не вижу вас в стеклах, погоди, у меня здесь ваши фотки. Серьезно? Конечно, дядь Миша, ты тут есть. Ребята, нам нужно найти нычку, ребята. Пойдем, он через 30 секунд выходит. Да, через 30 секунд я выхожу и бью вам лица. Вот это жесть. Ого, вот это беспалевность. Он вышел. Он вышел, ребята. Понятно. Я тоже нашел. На нахуй. Нормальный мемчик, мне нравится. Так, найди чилищи. На нахуй. На второй этаж иди, медалист. Пошел вон. Ну, бля, это тролль. С кого-то полетело уже. Дядь, аккуратнее, тролль, пожалуйста, слышь. Такой ты интересный. Ну давай, тролли. Тролли. Алло. Алло. Да. Вы слышите меня? Да. Лол. Так а где вы? Почему вы меня только слышите? Медалист, иди на второй этаж, медалист. Иди на лестницу, иди на лестницу. Что? Что там открываешь? Иди на лестницу, медалист. Фига ты что нашел? Иди на лестницу, спустись. Да ты погоди, я тебя услышал. Прояви терпение, стой, погоди. Так, сейчас тут один валяется, нормально. Так, ну я на лесенке. Ага. Поднимайся. Поднимался. Иди. Поднимался. Да что такое, иди назад. О, медалист, нифига ты откуда упал? Не понял. Нифига, она открылась. Медалист, иди вниз обратно. Не открывай. Вот сучок! Не открывай! Зайди там, где Антон умер. Это дрянь вообще, ты смотри, как делают, а? Туда, где Антон умер, медалист. Стой, погоди, где он там умер? Чё? Как ты это открываешь, да? Кнопка есть! Опа! Нагнул вас, пацаны. Будьте убегать, скажите, помогу вам. А, чёрт. Данил, нажми кнопку после меня. Нажимай! Он перепрыгнул, хитрожопый, он по боку прошел. Ощайся. А вы как думали, пацаны? Думали, не научились одно. Одно хп! Миша, это одно. Фиаско. О, второе там еще. Это фиаско, братан. Промазал! Блин, хреновы карнизы прозрачные. Прозрачный карниз, дядя, спасибо, кто делал эту карту, ты лучший. Да нет, сука, вторая. Он что, теперь за мной бежит? Узкие. Окна все еще узкие. Ой-ой. Давай, пожалуйста, Миша, ты не хочешь мне помочь? Я капельку на тебя сейчас тебя помогу. Как я тебе помогу, дядя Данил? Дядя Данил. Че он навязался-то? Данил, давай, ты должен оторваться от него. Это было не обязательно, дядя Данил. Нормально все. Смотри, посмотри наверх. Погоди. Медалист, посмотри наверх. Я вижу. Миша. Да блин. Вот и котяха. Побежал. А как ты бежал? И перестал бежать. Интересно у вас, слышь. Может, у него ноги сломались? Так, что за дымка, блин? Откуда у тебя гранаты, Данил? Не знаю. Да, слышь, откуда у тебя гранаты? Так. Не знаю, откуда у вас гранаты, я чё? Иди к верстаку. И чё там будет? Я тебе подарю кирку. Хорошо. Кирку подарю. Алмазную, пацаны. Чё, за кирку и двор? Я слышал, как ты слез откуда. За кирку и двор стреляю. Медалист, кинул подсказку, иди. Кидают палки, а я наказываю. Жестоко. Наказываю, блин. Спасибо. Почти. А, нет, получилось, смотри. Медалист. На, это не на первом этаже, медалист.
Да, на нахуй! Я тут много нычек. Блин, меня бесит, что вы все мои нычки палите, понял? Я тут нахожусь. Я все твои нычки спалил. Иди в центр комнаты. Да я уже ушел оттуда. Так. Да. Но это не точно. Где ты был, бля? Че ж ты член собаки-то такой, а? Забудь про эту кнопку! Как я забыл про тебя! А ну-ка подойди, я дам тебе руля. За рулю! Понял? Данил! Данил! Нормально, он сам закрылся. Тихо, я думал, мне жопа! Да бля! Можно починить, пожалуйста, эту кнопочку? Че у меня здесь дырка посреди пола? Да зачем она тебе? Так, дядь Миш. Посмотри наверх, где Кратос умер. Вот там, две, там, молодец, там. Дядь Миш, я в курсе, что ты там. Но вот это мне танцевать и бороться вообще никак не помогает, сам понимаешь. Танцевать и бороться? А где он? Конечно. Surprise, motherfucker. Понятно. Я понял. До свидания. Понял? Нет, привет, привет, мы с тобой только познакомились. Не-не-не, что он взорвался, все видел наверху. Миш, открой дверь в дом, она открыта? Да-да-да, открыта, забегай. Да, ножом в печи никто не дружит. Да ладно, давай дружить. Красава, Данил, красава, что не спалил. Собака. Да ну блин, вы плохие друзья. Фу, он за мной бежит. Фу. Хорошо, хоть карнизов нет. Вы теперь нас просто... 4, 3, ротацию устраиваете. 2, 1. Победа. Я к тебе хочу, Миша. Он знает об этом? Конечно, знает. И что ты все пришел? Блин, а больше мест нету. Он про все нычки знает уже. Я нормально на втором этаже тут сижу. Балдею, балдю. Дядя Кратос, да? На второй этаж. Ты новое что-то нашел? Я еще не выпустил. А как ты залез сюда? Сюда иди. Еман. Все так просто ну, оказалось. Ты откуда выпал? Я откуда выпал, Миш? Нет, не ты. Квантум, встань вот сюда. К телепорту. Вот сюда. Ага, я знаю, что будет. Хитрожопый медалист. Слышь, ну это разводка века. А я ага. Вот... Меня разводить только не надо. Опа. Если бы хотел, развел бы, а я тебя по-товарищески прошу, пизды туда. На второй этаж поднимись, мы тебе столько граффити там оставили. Да вообще капец, тут все в граффити. Хорошо, хорошо, граффити. Верка, поиграйся ему. Вот, вот он застрелил. Да, я понял, вот, значит, за окном сидит. Я понял, вы сверху, значит, мудаки, сюда идите. Ой. Ну да. Ну да. Да-да-да. Ну да-да-да. Ну да-да-да. Ну привет. Привет, ну, да. И как то попал? Да-да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да-да. О, Данил. Где он, блядь? Он не попал туда? Все, тихо, у меня контент, все, я прячусь. Уверен, что это контент? У меня да. Он залез туда? В кустах. Тихо. Тихо, дядь Миша, ты чё? Мы на втором этаже. Нет вас на втором этаже. Ну как же нет? Мы есть там. Ну лично я телепортировался. Ладно, медалиста его нет, я иду к тебе на второй этаж. Да. А где он, ты видишь его? Нет. Бля, можно? Ты шумер, ты если шутер говорил, меня хуже не слышит, понимаешь? Я не знал то, что ты меня видишь. Данил. Он такой специально крался, крался такой. Костик Гамаюн еще. Для кого я это делал? Слушай, мы же вроде не дети, какого хера ты за нами гоняешься? Привет. Чего? Антон. А. Я знаю, что ты тут. Где медалист? Чё ты сидишь, очкуешь? Или у тебя выигрышная стратегия? У меня контент, отстань! Ты не рядом с медалистом, не обманывай. Окей. Кто еще может так делать дверями? Медалист. Я не слышу. Научил пацана. Я не знаю, как туда попасть. Чё? Он тебя наебал, Данил. Ты му... Данил. Ты мудак, Димон, ты мудак, у меня большие проблемы теперь. Он очень близко, это жопа, это фиаско. Ты его накрасил. Он, короче, меня выкинул с теле. Нормально. Димон, ты красавчик. Налюбил. Спасибо, спасибо. Ван, ты умрёт.
Через 3, 2, 1! Нет, не надо! Надо, Квантум хочет жить! Дай его еще потроллю, понимаешь? Данил, заходи в дом! Ты не того троллишь! Заходите в мой дом! Нет, не жопа! Как твой! Сучка, я такой же! Все? Нет, нет, не все! Козёль, понял ты кто? Да все нормально же закончилось! Закончилось, бежал в метре от меня! Давай дальше граффити надо делать! Уйди! Отойди! Аккуратненько! Сука! Я не понимаю, ты... Данил, ты опять? Еще я опять? Тебя опять? Пока, медалист. Педик, сюда иди. А. Понятно. Чувак, кто ж тебя мышкой учил крутить, а зачем? Зачем ты крутишь мышкой? Для чего она тебе? Я вообще не замечал, как валивал. Педик? Медалист, что тебе больше нравится? Ты где? Я здесь. Или он... Выбрать твое днище можно? Ты откуда кинул? А ты как думаешь? Давай, додж, вайпер, мустанг, что тут у нас еще есть? Выбирайте днище. Ну смотри, это вообще походу... Что это такое? Блин, что это? Ну это какой-то семейный минивэн, я бы его не брал, знаешь. Дядь Миша, какой бюджет? Петушок! 19 секунд! Я Мишу пожалею, но тебя убью. Антон, 6 секунд. Давай дружить. Давайте дружить семьями, Антон. Нет. Пацаны, я выйду через 5, 4, 3, 2, 1. В дом зайдешь, я скажу, когда ты в дом зайдешь. Хорошо. Очко медалиста. Хорошее начало. Ты дома? Я так понимаю, дядь Миш. Он идет на шифте. Он идет к тебе, медалист, походу. Он крутится. Иди ты нафиг. Он зашел в дом. Стоп, он идет ко мне, у него есть бутылка вина и цветы? Нет. Миша, я знаю, где он. Только так ходит. Нет, ты не здесь. Миша, а что ты... А мне просто страшно что-то стало. Пошел в очко, Миша. Думаешь, это все-таки страшно должно быть? Это не должно быть, это страшно. Вас заметили, медалист! Я знаю! Дядь Миш, беги отсюда. Кто это убегает, интересно, такой? Я знаю, мы знаем. Ой-ой. Ой-ой. Блядь, где он? Он где-то там, где все мы. А я там, где мои... Слышь, сучок. Ты чё прибежал ко мне? Зачем ты это сделал, медалист? Я скучал. Да, я тоже. Пошел в очередь. Откройся, блядь. Проход ебаный! Антон-то делал как-то так. Как тебе там, Антон, нормально? Блядь, ну мне жопа, да. Ну и все, я расстроен. Почему, Антон? Потому... Перезапуск! Перезапуск, блядь! Перезапуск! Давай, Антон, ты еще вон за километр от тебя. Почему он... Ай, нос зачесался. Блин, а? Под нос ты, фигов! Налюбил меня! Убежал от меня! Почеши свой под нос! Приди ко мне, 5 минут осталось, а там еще Михаил. Что вы там творите, господа? Ничего мы не творим. Господи Иисусе, что же вы творите? Непонятно, непонятно. А какая паскуда открыла эту дыру долбанную в полу? Данил, поднимись на второй этаж. И что там будет? В конец дома зайди. Хорошее место, Антон. В конец дома иди. Миша, не пугай меня. И что там где в конце дома? Ну вот коридор, который ведет в конец дома, где вы еще баловались с дверьми. Ты что там делаешь? Миша! А? Миша! Ты не видел? О, я слышу его шаги, не бойся. Ехать вы сейчас разбились. Миша! Миша! А? Пидобир versus бананчик. Ах ты, Миша!
Ах, я да. Ах, ты Миш, ах, ты Миш, ах, я да. Я да. Миш, что, я теперь предлагаю... с тобой по каруселям, да, полгода? Миш, я предлагаю тебе бежать по тому же маршруту, по которому и я. Нет, Миш. Потом уже? Потом уже маршрут, и ты очень сильно скоротил дистанцию. Миш, беги быстрее. Вот как мне надо бежать, так и тебе, ты беги. Давай, Миш, я в тебя верю, давай. Миша! Он прям рядом, слышь, он как будто Миша! 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 Он снял трусы, дядь Миша. Я тебе сказал бежать как надо. Новые дела. Офигенные дела, Миша. Лучшие дела. Он перепрыгнул все мои ловушки, понимаешь? Он Миша, уже пока. Готов тебя ударить. Я прям уже шубуршу. Он уже раздевает и тебя тоже. Блядь. Я в окно залез! Я в дом запрыгнул, в эту сторону перепрыгнул. Вот нужно было бы, хрен попал бы в этот сраный дом. А теперь я полгода с ним бананом гоняться, блин. Ага. Оп! Да как? Как? Ох. Он меня, блядь. Да не, на второй этаж поднимись. А. Туда шипит. Как ты залез туда? Ты не допрыгнешь. Да я понимаю. Пидоробир. Как ты залез-то так быстро? Попробуй с разгона. Не, расскажи, ты залез. Ты был на втором этаже. Он знает, Антон. Да я знаю, что он знает. Он меня не догонит. Ага. Не, серьезно, не знаю. Как? Вернись обратно к фикусу. Я здесь. О, бляха-муха. It's the end of the police. Ты меня не догонишь. Телепортный фикус. Слушай, мне кажется, вот с этой штукой что-нибудь наверняка можно сделать. Блин, да что я тебя гонять буду полгода по этому карнизу, забору, да. Парапету. А еще я слез. Думаешь? Знаю. А еще ты бежишь сейчас на вход дома. Да. Да нет, Антон по-братски. Да не, посмотри назад. Ты, я вижу тебя. Педик-медведик напугал меня. В смысле? Да я думал, он обернется. Обернитесь. Ты где есть, Данил? А ты где? Ты не на карнизе? Нет. А не, ровно он зашел. А ты где? Обернись. Ты под землей? Нет. А где ты тогда можешь Все быть? Все возможно. Может быть и под землей. Где ты есть? Педик! Иван, ты вообще петужара в кустах сидел, мурло! Друзья, ну что ж, на этом все. Это был CSGO Маньяк. Медведь-маньяк, вернее, да. Понравилось видео, хочешь больше таких, с тебя лайк, подписка и комментарий. Всем пока и до скорых встреч!